Хей, hey, с вами Шмиги, мы продолжаем радиотюр под названием GeForge, либо Миссия Дарвина. Так, сохраняемся и полетели. Мы были в подвале, а теперь офис. Так, ты все еще далеко от машинного зала, но уже вышел на финишную прямую. Бластер, ты можешь для разнообразия поспешить? Я всегда спешу, уже почти на месте, Ди. Как бальзам на душу. Постой, Куарес. Здесь команда спецназа в отключке. Проверяю состояние. Порядок. Пульсы дыхания в норме. Они без сознания, динамики просто вырубили. Они испускают ультразвуковые волны. Я поищу чертежи динамиков, чтобы ты нейтрализовал их. Так. Сканирование показало, что чертежи хранятся в исследовательском крыле здания. Пошлю данные на твой оперативный компьютер. Беспроводные наушники. Северлин Глобал дарит лучшие технологии США всему остальному. Так, беспроводные наушники с оберлинкой возьмем для большинства видов оружия. Крупная стая этих необычных подвижных тварей может оказаться смертоносной. Сюрприз, мистер Ди! Я ж говорил, что приду! И смотри, что я тебе приготовил! Вставляй чипы SaberSense в обычные приборы! Получается сумасшедшее оружие! И это хорошо? Я думаю, ты разберешься, Ди! Ну, спасибо тебе. Удачи, Дарвин! Ну да, чтобы вы понимали. Да, это Бен. Сейберизатор у тебя? Так вот, да. Что это за фиговина? Как я назвал эту штуку? В общем, ты можешь выстрелить в любой прибор Сейберлинк и запустить боевую трансформацию. Действуя с умом, ты сможешь использовать эти приборы себе на пользу. Сейберизатор — прототип. Результат его применения на разные приборы непредсказуем. Будь осторожен. Класс, я люблю сюрпризы. Выстрелив из сейберизатора в прибор Сейберлинк, вы спровоцируете его трансформацию, не нанося повреждений. Выстрелите из сейберизатора по вентилятору. Да. Так, военизированный спутниковая антенна Сабрлин, уязвимый для большинства видов оружия, может быть оглушен мучем. Создает непреодолимый барьер, чтобы закрыть доступ в определенные помещения. Или защищать другие ваших противников. Так, там диск. Сразу. Подожди, а как карта выглядит изначально? А, так вот. 50. Ну, типа по 75 тратить. Ну, давайте. Четыре диска. Так, заперто. Но здесь можно улучшить здоровье, а также купить боеприпасы, карты, новое оружие и его усовершенствованная версия. Панель. Панель, панель, панель. Так, ладно, где-то. Возьмите тягу вентилятора, чтобы добраться до верхнего уровня. Так, налево, направо пойдем. У
Не, налево ни хера нету. Выберитесь из воздушного потока, прежде чем попадете в вентилятор. Любой праздник станет еще веселее. Отлично пользуешься сейберизатором. Знаешь, я думаю, это начало прекрасной дружбы. Пускай будет. Дверь от... Так, отперта и автоматически открывать, когда вы к ней подойдете. В смысле, бля? Так, Дарвин, похоже, чертежи лежат в сейфе где-то на этом этаже. Смотри в оба. В смысле? Минуту. Сейчас я вернусь обратно туда и посмотрим. Нет, ребятки. Никак там не пройти. Ой, сейчас кошка освобожу. Так, Дарвин, похоже, чертежи лежат в сейфе где-то на этом этаже. Смотри в оба. Окей, погнали. Ну, сейчас все равно один фиг покупать. Толстая. Здесь пахнет жареным. Так, военизированные собранки уязвимы для большинства видов оружия. Группа этих чрезвычайно подвижных приборов может быстро окружить неподвижную жертву. Их раскаленный досклам. Нагревательный элемент надо избегать любой ценой. Этих ящиков лут в основном рандомный, когда я второй раз, вы как поняли, перезапускал, там были те же самые вещи. Я вот не вижу смысла на самом деле покупать еще что-то. Вот, у меня есть карта, давайте по карте смотреть. Я знаю, где у нас примерно здание, туда будем ходить. Либо, как вариант, я все-таки могу, типа, 50 пятерых убить, чтобы получить. Так, блять, ладно. Мы все мусор тут все урны открываем. Что тут у нас? Три диска. Обнаружен. Понятно, что обнаружено. Эй, Дарвин, эти двери заперты, и мои датчики показывают, что другого пути вперед нет. Да, ладно, поищу, что здесь можно сейберизировать. Турельная установка Саберлин уязвима для большинства видов оружия и может быть оглушенным лучом. Это автоматический прибор по уничтожению вредителей, охраняет комплекс Саберлинг от нежелательных вторженцев. Хорошая мысль. Так, значит, то тоже, да, деревянные двери? Не. О, посрать. Ух ты! От этого лазера исходит сильнейшее излучение.
Он может оказаться достаточно мощным, чтобы прожечь двери. А, он сюда не достает. Охладитель воды. Военно-зерный охладитель воды Сабрлинг возьмет для большинства видов оружия. Действие защитного энергетического щита охлаждателя воды не распространено резервуар с горячей водой. Эту уязвимость можно использовать. Получи в лицо и распишись. Вот и все. Дарвин, я думаю, ты можешь срезать дорогу через офис бухгалтерии. Я могу открыть тебе дверь. Ага. Так точно, Спекс. Спасибо, Спекс. Я хочу его вот активировать. Ау. Ау. Ну вот, считайте, мы уже заработали обратно те самые деньги. А, еще вы наверху. Сколько там? По 50, наверное. Не, по 25. Потом обратно. И потом как раз зайду в магазин, закуплюсь. Паровые утюги. Военизированный паровой утюг Сабрлин. Если для большинства видов оружия тяжелая металлическая броня делает это противника почти непобедимым. Однако, нанести ему повреждения все еще можно, атаковывая уязвимую начинку, когда рабочие поверхности открыты. Ясно. Здесь становится жарко, но я пока цел. Ал, прости, этих утюгов на моем сканере не было. Я перенастрою оборудование. Так, эта дверь, по идее, открыта должна быть. А хотя могу сюда так попасть. Сразу используем мучем, чтобы дверь была открыта. А для чего я дверь открывал? Здесь куча всякого барахла, но дороги дальше.
Что происходит? Я вернусь на регистрацию и посмотрю, нет ли другого пути. Спеклс, проверь еще раз по своему плану. Я не хочу наматывать зря круги. Пожалуй. Наверное, в плане ошибка. Я перепроверю. А, вот как я мог туда попасть. Хорос, посмотри, что творится с этой дверью. Проверяю. Это не просто дверь. Судя по плану здания, это какое-то устройство Сейберлинк. Окей, значит, это можно активировать. Замечу, что тосарные освободились. А тостеры-то не освободились. Если есть разница, да, есть. Тут я хотя бы деньги собираю. Луч может временно отключать зеленые лучи при помощи излучателя помех. Мне это не так уж полезно. Поэтому ладно. Хотя... Типа у меня два варианта, да? Либо я так могу, либо так. Типа либо через вентилятор. Либо через верх. Так тут плюс еще кэш. Не, лучше через этот. Ага, тупик. Так, если зашел сюда, с помощью лазера я смогу открыть эту дверь. Ну, по факту и там открыто. Что мне мешает просто сюда зайти? Звуковые атаки не пускают вас дальше. Вы должны найти чертежи динамиков, чтобы пробраться мимо них. Ванизированный настенный динамик собрали, уязвим для всех видов оружия, испускает чрезвычайно опасную
высокочастотный звук, приближаться к нему нельзя. Шреддер. С помощью сейбилизатора вы можете сканировать объекты для сбора информации. Военизированный Шреддер неуязвим для... Так, неуязвим для всех видов оружия. Самая надежная охрана, неуязвимая для большинства видов оружия. Он может выведен из строя только лазером детектора движения. Зай-бомба. Еще одна вещь, которую стоит знать о лазерных лучах детекторов движения, это их свойство отражаться от стекол. Зачастую по несколько раз. Допустим. Уоррес, чертежи у меня. Сканирую. Так, минуточку. Порядок. Я перенастроила твои наушники. Порядок. Отлично, мы снова в деле. Спасибо, Уоррес. Я возвращаюсь в вычислительный центр. Так, это мне сюда, да? Допустим. В смысле, эта дверь закрыта? Муч. Давай сначала ты, если там... Нет, тут просто сердечко. Ага, с той стороны можно зайти. Давай, давай. А нет, он может все-таки по ровной стрелять. Слишком долго его убивать так. Ага. Ага. Хорошо. Так, ну да, впустим. Дарвин, планеры быстро приближаются. Выбирайся оттуда. Бегу.
используйте реактивный ранец, чтобы подпрыгнуть, и схватитесь за рукоять, чтобы открыть люк. Типа я сдох? В натуре. Я не заберу так диск. Алло. Я так диск не заберу. Что делать? По факту меня по-любому раздавят. Дарвин, барьеры быстро приближаются. Выбирайся оттуда. Бегом! Используйте реактив. Ладно. Так уж и быть. Так, диск, алло. А, мне вообще сюда. Или нет? Мне посрать, я должен диск забрать. Я думал сначала муху вверх немного подогнать, а после ударить этих. Ну типа и вверх, резко вниз на медляке. Деактивировать один из щитов. Ага, нихера. Тарелки. Заставьте луч выстрелить в тарелку, чтобы повредить ее и разрушить ее ограду. Для чего? Ну да. Зато минус 2 жизни. Почему бы и нет? Почему бы и нет? А что это за задание? Фиг его. Да, я надеюсь, вы сможете мне помочь. Да, где мое такси? 5 минут слишком долго. Позвольте напомнить, Саманта, мы разместили у вас крупный заказ. Да мне плевать! А? Что за... Этого еще не хватало. О, уходит! Отойдите от меня! Вы! Прогоните их! О, нет! Закройте! Давай! Ну же! Готовы. Еще толпа на подходе. Дарвин,
вы надоели? Ни хрена себе! Как надо очки зарабатывать. Так, еще один диск. И двери подкрывались. Смотрим, что здесь есть. Недоступно, недоступно. Количество зарядов. На. Электрохлыст версия 2. Электрохлыст для ближнего боя с функцией притягивания и электрошоком. С этим прибором управление мучем можно дольше. Понятно, что у меня в приоритете по покупке. Урон, конечно же. Ага. Думал, урон побольше будет. Немножечко. Хуарес, просто на всякий случай. Прежде чем я вернусь на дискотеку, ты уверена, что мой костюмчик готов? Все перенастроено. Окей. Не волнуйся, ты полностью защищен от ультразвуковых ударов из динамиков. Отлично. Так это тоже мусорное ведро такое? Нет. А, точно нож. А, теперь узнал, что это. Всегда считал бритье глупой затеей. Военизированная электробритва. Сабарлинку уязвим для большинства видов оружия. Так, эти летучие твари любят уносить своих обессиленных жертв в магнитном пузыре. Добро. Так, ну понятное дело, что я туда пойду сначала. Ah!
ключ от лифта. Допустим. Дарвин, я составила для тебя безопасный маршрут прямо к компьютеру. Иди. Прямо, дальше на лифте, и оттуда пробирайся к ядру процессора. Приближаюсь. Отличная работа. Не изучаю остальные местности. Так, что тут есть у нас? Спутник. И все. Спутник и все. Так, тут есть проход. Проход, это мне нужно на лифте вниз спуститься. Персональный плеер. Теперь мне точно нужен запасной план. Так, военизированный персональный CD-плеер Cyberlink. Уязвим для большинства видов оружия. Молниеносно реагирует... раздражители. Эта профессиональная убийца может легко отрезать большинство выстрелов издалека, а отразить. Ага. Зараза, я чуть не сдох. Это сложно, чем... Карта подтверждена. Лифт открыт. Это сложно, чем оно кажется. Я в лифте. Команда, что нового? Здесь все тихо, Дарвин. Готов подхватить тебя, Ди. Мои сканеры не регистрируют поблизости электроприборов. Я буду продолжать следить за тобой всю дорогу. Спасибо, Спеклс. Эй, а вы хоть на обед прерываетесь? Харли, хватит болтать. Я иду к главному компьютеру, будь наготове. Так, ХПшка. Так, отлично. Так, решетка. Хотя один хер мне нужно тоже самому. Ладно.
Так, там два ходяка этих. Понятное дело, что я должен был стрелять, но... Сэкономлю. Я могу забрать диск, потом вернуться сюда. Так, где второй? Идет. Да куда ты вообще можешь нацелить? Так, ладно, не так уж далеко. А теперь ништяк. У-ху. Пронесло. Готово. Хотя, ведь я мог здесь вот эти поактивировать и поверху пойти. Кто-то шкребется, слышу. А, это мы, походу. Давайте тогда, я думаю, на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.